Ребята, с вами я. Конечно же, вот сегодня играть в Майнкрафт. Да, ребятки, это мое уже новое видео в Майнкрафте. Ну да, с вами я. Сегодня. И со мной вот сидит Серега в зале. Вот. Серега. Серега, поздоровайся. Всем привет, ребят. Ну да. Ребят, кто смотрит данное видео, обязательно ставьте лайки. Тоже что-нибудь поставим. И мы кое-что будем строить офигенное. Попозже я вам это скажу. Ну, потому что это неинтересно вам будет. Да. Пока мы заходим в эту игру Майнкрафт. Ну да, конечно. Ребят, напишите в комментариях, как искать глину. Обязательно напишите в комментариях. Ну, я там хочу найти глину. Здесь там горшочек, да. Вот. И посади туда. Потому что у меня дома как-то там не очень там интересно. Ну, я, ребятки, показываю, побежу, поспим. Какие у меня там кроватка. Так. О. Та-дам-та-дам. Та-дам. Та-дам. Та-дам-та-дам. Там, там, там. Ребята, смотрите, ребят, и учитесь. Хлам. Возьму вот тут, ребятки, тортик. И поставим его где-нибудь. Обежим в этот дом. Он тут. Открываем дверьку и просто ставим туда вот тут. Вот так вот. Тут можешь, в принципе, посидеть, полежать.
посидеть еще. Сундук мы положим, что мы туда положим. Винтами давайте положим туда. Положим туда. Коврикать. Давай. Давайте вообще. Мы сейчас мы вам покажем. Я не знаю, кое-что будем. Мы, конечно же, сюда вот долетим, да, ребята. Девуля, красотуля. А у меня не время, не выше еще. Выше. Не выше. Выше. Не выше. Выше. Не выше. Потому что прилетел, кушу. Вышла? Не выше. Вышла? Не выше. Кать, выше. Не выше. Еще мамуся не выше. Так вот. Такая кроватка. Тут можно мыть и визой сотрудничать. Такая сказка из мыть визы. Тут полежать, короче, так вот можно. Закрываем. Так. Еще валим его, короче, в мыло. У собаки. Ну еще у меня много чего всякого есть. Так. Прибежали в мой дом. Уже уходить, закрывать. Закрывать. Ну чё, мой песик? Как деяшки? Как делишки? Песик. Гав-гав-гав. Так. На всякий случай я поставлю туалетик еще вот тут и тут. Да. Мне, конечно, кушать захочется. Да, так. Так, где? Если бы я не смогла поставить оранжерею туда. Я могу поставить. Так, где он? Опять же на улицу. Ой. Вот входим и закрываем дверь за собой. Где выходим вот так. И тут еще. И мы вот еще вот тут поставим туалетики. Хочу, у меня много туалетиков тут будет. Опа! Видели, тут мой фокус. Рандин, тут таймальник. И побежим домой. Короче. Выкапываем тут земельечку. А! Короче, я на потом сделаю. Вот тут вот будет много алмаза.
Можно я попробую сделать декор? Декор? А, кстати, я хочу попробовать сделать космос. Ты мне только не дала попробовать сделать космос. Сейчас только. Идеалька. Только сейчас. Подожди одну минутку. Сейчас одну минуту. Одна минута проходит долго. Подожди, немножко время. Потому что я немножко тут занята. Я буду минут. Тут нужно надеть всего лишь одну работу. Только сейчас. Так, где я буду? Ну, лампаки, чтобы тебе не темно так было. Так, пойду посплю. Нужно обязательно поспать. Как же не спать? Потому что зомбаки могут выломать дверь. Это-то нехорошо. Так, спим. 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 Все. Все, время вышло. Минутка прошла. Сейчас. Так, Стим. Сейчас выйдем на улицу. Тимоха! Сиди тут дома. Короче, короче, все, я ж дом. Ой, не думаешь? Сейчас я туда приду, дяди. Вот ты можешь только тут, сестра, только тут. Окей, только тут. Вот тут. Так, а, все, настоящий. Что тебе нужно, и быстрее делай космос. Если еще, конечно, получится. Ты че, кат, взяй. Смотри. Так. Короче, где уже космос? Космос? Да. Тут можно поставить на пол рамку? Нельзя. Не. Смотри, я сейчас поставлю тут карту, и ты будешь определяться, где ты. Ой. Все. Так, ставь скайп. Кого лучше, эту или эту? Давай эту. Эту? Давай. Потому что у меня карта одинаковая. Все, поставили. Все. Можешь встретить. Это космос? Ну да, типа космос. А вот так вот сделаем. Как смотри. Вот так? Оп. Бани-хоп. Еще. Чпук. Вот версия, так может каждый день придумывать треки. Все. Вот так вот. Может. Это что? Это карта. Давайте тут устроим. У меня у тебя переход. Да не годно. Ну, переход только не понравился, и все. Я... Вау! Ты что сделала? Сейчас я тебе покажу. Смотри. Смотри, здесь. Опа! Паркур. Да? Да, паркур тема. Хова. Оп. Посмотрим, что тут. Максима, я придумала, что мне нужно построить. Так, вот делаем так вот, потом так вот, а потом делаем так вот, потом вот так вот, делаем пока что так вот. Потом так вот. Смотри, сейчас я рядом сделаю. Она не другого цвета. Вон треку.
Закатаемся по кругу, там сделаем. Подожди. Я папе сказал. Вот и покатаемся на по кругу, там сделаем. Погнали. Понимаешь? Так, бери сальник и велик. Не, я возьму сальник, а ты велик. Нет. Да, да. Я возьму сальник. Ну ты велик. Ты возьмешь мой велик, и я вынесу сальник, ты велик. Потом я тебе дам сальник, а ты мне велик. Мам, не Я просто возьму собой. Ну, скажи мне, если не сходил. Сейчас, когда мы сделаем вот так, тогда точно должны сработать. Раздеем. Главное, чтобы ковер не намочились. Это будет плохо. Если ковер намочу. Так, делаем так вот, так вот, так вот. Делаем еще вот так вот. И сейчас очень должно сработать. Только нужно тут... Хочешь поставить? Так, поставим тут лед. Наживную плиту. Да, чтобы должно самое главное построить. Так, вот так вот. И ставим плиту. И сейчас нужно только убрать все это. И все. Сейчас будет работать. Так, нужно поставить вот эти вот ступенечки. Чтобы все должно сработать по крутом. Все, уступаем. И все, должно работать. А что не работает? Потому что он устал. А что не работает эта штука? Максим, а что не работает, скажи, эта штука? Ну что ты сделал? А что не работает эта штука? А что ты хотел? Включай, ты сколько раз говорить? Я хотел такую такое? Штуку сделать. Знаю. Так, что ты кое-что не успеешь поставить? Вот так сначала нужно сделать, потом уже посыпать кальку, а потом нужно поставить огонь, потом нужно найти камень, вот, да, вот такой камень, а потом нужно взять зажигайку, тут поставить вокруг это из зажигайки камень. Да, камень. И теперь вот так вот. А что не работает? Сколько раз сказала? Блин, такой дождь. Так не вообще не слышно. Вы же слышите? Вот такие серенькие игрушки заждались уже. Они у меня не зажили. Осторожно. Можешь взять осторожно? Да. Спасибо. Потому что он чётенький. Катя, мне нравится твой самокат. Подаришь? Когда он будет стай, подарю. Давай ты мне подаришь свой, а я тебе свой. Ну, как в смысле? Давай, когда ты вырастешь, я тебе подарю свой. Ну, давай. Притяг. Да, ты сделали. Мы молодцы. С папаней. Папа. Папа Аня. Папаня. Так, ну, там перелить. Огонь горит. Давай быстрее.
Тушим. Так, а что это эта штука? Тут стоит. Короче, тут поднимаемся. Опа. Опа. Ха. Дойди уже. Так. Опа. Чтобы тут это приемы. Сейчас пойду только здесь я выключу. Тут будет такой вот трехколесный поворотик. Опа! Блин! Так не получи, если меня примут. Только... Опа! Разбежает. И у меня ничего не получилось. Так, нужно... Вот так вот. Я же пытаться и прыгнуть. Блин, это невозможно. Знаешь, нужно сделать так вот. Потому что нелегко. Оп. Опа. Блин. И тут я недопрыгнула. Так, ничего страшного. Потому что... Ай-яй-яй-яй-яй. Поднимайся. И вот так, где я? И вот так. И вот так. И сейчас... Где я вот так вот? Да. И теперь назад вот, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Еще вот так вот потом. И все. Так, я... Кстати... Кто? Хочу здесь кататься по льду. Мы еще будем по льду кататься. Спокойной ночи, ребята. О, что за звук? Песик, ты ничего не слышишь? Ничего. Ты можешь ничего не слышать, когда я на спин. Так, спин, все. Так. Мама, а ты любишь мама? А ты любишь свою дочь? Очень даже очень. Очень и очень. Выключай, дочь. Здесь можно. Катаемся. А ты любишь кататься по льду? По льду я не умею. А я тебя научу, когда сама научусь. Давай так. Катя, ты видишь, чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я ругалась? Да нет, просто я тут кататься по льду. Где это мне штучка? Вот. Вот такой пой-пой по льду. Просто восхитительный. И сейчас тут еще сделаем пой-пой по льду. Так вот. Вот так вот, еще вот тут, вот так вот обязательно, чтобы не скользить. Давай, вот тут вот, вот так вот, вот так вот, пока что, вот так вот сделаем, и оп, ах, я не допрыгнула. Ну, давайте попробуем с самого начала там. Тут сложно, покажу мне, вот, не сложно, ай, я же. Так, пока что идем вот сюда,
Сейчас я вылез. Вы видели, ребята? Оп. 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 Ах. Я немножко... Ба! Возвращаемся сюда. Возвращаемся сюда, потому что... Я прошу, я честно. Теперь я вообще... Я честно прошу, возвращаемся. Кружу я сделаю пайкуй по камням. Да, потому что это наоборот веселей карта. Как? Не будет. Так. Оп. Как ясно скользит. Оп. Отлично. Ну, дайте на вот столько брюк. Что, блин, этого не хватит. И, короче, теперь у нас будет катание по льду, да? Ебой. Тут будет у нас катание по льду. Это все нужно и нужно. Вот потому что, когда я маленьких... Крупцов, которые не умеют играть в Майнкрафт. Серега Нубик Зафин, поэтому он не узнает, что тут нужно кататься по льду и сразу, упадет вниз. Оп. Опа. Оп. Короче, все. Так. Кстати. Знаете, ребятка, ребята, что это яйцо? Давайте я его посажу вот так вот. Столько блоков. Клеточку. Все. А ну давайте проверим. Знаешь, по мне не можешь. Ну, дальше. К ним подойти. Ха-ха-ха. Опа-па-па-па-па-па. Оп-оп-оп-оп. Все, не сможешь меня ударить. Ха-ха-ха. Маленький мешпед. Он там. Значит, идем домой. Так что мы будем дома. Пока. Эти мешпед. Не вернут мой аймальный дом. Да, хотя эти мешпеды медленно ходит по льду. Да, что я сразу этого не догадаюсь. Сейчас. Ага.
большой. Ай! Ай, это же больно. Ай! Собак! Собака! Ай! Ай-я! Так-так-так-так-так. Мои вещи. Оп-оп-оп. Оп-оп. Ай-яшки, матрёшки. Блин. На креативку? Не. Так. Сейчас креативку. И теперь понимаем эти все мои вещи. Да. Понимаем все мои вещи, которые у меня есть. Да. Ребята. Вот этот монстр совсем офигеет. Маленького убей, а зато не пожалей меня. Вот это, конечно, он лещ-пец. Ой, ничего страшного. А ну-ка, мы не подобраем? А, вот он, подобраем его. Что мы сейчас вернем обратно, да? Ребят. И, короче, все мы тут у меня забираем. Заходим, 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 все зачерпаем. И вот так. Все. Последите. И что мы тут должны сделать? Куда нам сначала нужно сходить? Так, куда же идти? Куда? Просто не догадываюсь, куда? Ну, не знаю. Да. Это, конечно же, польная шутка. Так. Что бы вам мне сказать? А скажу, что я лещ-пец. Ну да, конечно, я не лещ-пец. Как бы я вам сказала, и вот цепой. Делаем вот так. И все. Акционер. Девушка! Сейчас я вам покажу, что лучше. Вся моя. Хочу спать, а ляж пейтик. Не хочу спать. Хотя давайте я посплю, спим. Тимоха! Тимур, ты меня что, не узнаешь? Ты меня что ли не узнаешь в этой войне? Подожди. Как ты думаешь, я вот сейчас сержусь на тебя или нет? Сидишься? Конечно. Я тебе сколько раз сказала выключить. А ты продолжаешь играть. Наверное, ждешь, когда я заору, да? Я так жду, когда ты меня поцелуешь. Поцелуешь маленького? Выключай. Нагрудник. Ты сожрай мой нагрудник. Признавайся, Тимох. Нагрудник. Так, быстренько. Оп. И
сейчас так. Оп. И оп. И оп. Моя выключая.